6 декабря состоится прямая линия губернатора Владимира Владимирова. Глава региона ответит на актуальные вопросы жителей Ставрополья. Трансляцию можно будет посмотреть на нашем телеканале, а также в социальных сетях Владимирова. Свои вопросы вы можете направить по телефону доверия 88652-74-81-88. Прямая линия губернатора стартует 6 декабря в 18:00. На Ставрополье планируют создать еще один фруктовый сад суперинтенсивного типа. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, недавно в Новоалександровском округе высадили 65 гектаров фруктовых деревьев. Всего же в 2023 году на территории края заложат 745 гектаров суперинтенсивных садов. Владимиров подчеркнул, для создания таких аграрных комплексов используют ставропольский посадочный материал. В Светлограде на территории детской музыкальной школы обустроят виртуальный концертный зал. Скоро местные жители смогут смотреть трансляции выступлений артиста в режиме реального времени, сообщили в региональном министерстве культуры. В зале установят аудиотехнику, проектор и экран. Работы проведут по нацпроекту «Культура». В селе Камбулати капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. В медучреждении обновили кровлю, внутренние помещения заменили полы, коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Сейчас в здании устанавливают оборудование и мебель. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Невинномысске подходит к концу капитальный ремонт 14-й школы. В образовательном учреждении заменили инженерные сети, обновили отделку в классах и коридорах, спортзале и столовой, сообщили в региональном министерстве образования. Также там установили мебель и компьютерное оборудование. Работы провели благодаря программе модернизации школьных систем образования.